Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Таежный Роман. И сегодня мы с вами едем в далекое путешествие на восстановленном снегоходе. Вот так вот у меня груза, видите, тут с собой только 35-40 литров бензина, лыжи, карабин. Да, кто будет писать, что охота закрыта, сразу можете идти лесом, потому что у меня есть лицензия на волка. Я оружие могу с собой возить. Ну и рюкзак, еда, лыжи обязательно. Где-то километров 40-50 в одну сторону, наверное. Ну, поглядим. Планирую рыбалку на самоловке и на донку. Так что не теряем времени. Выезжаем. На спидометре сейчас можете посмотреть, сколько. 112 километров 600 метров. Все, запускаем движок и погнали. Выехал вот на такую ламбушку маленькую. Видите, вот она. Всего размер. Ну, решил попробовать. Чем черт не шутит, вдруг рыба есть. Но две лунки просверлил, пока тишина. Сейчас еще вот туда вот схожу, просверлю одну. Бывает вот на таких ламбинах очень большие окуня и щуки. Надо всегда проверять. Просто случайно на нее выехал. То есть ехал, ехал, ехал и выехал. Видите, бугры какие тут. Красота.
Вон тут леса ходила, там вот куропатки. Короче, круть. Едем потихонечку, дорогие друзья. Погодка, класс. К сожалению, дорогие друзья, на этой ламбине рыбы не обнаружено. Три лунки просверлил, ничего даже не дернуло. Едем дальше. Едем дальше, километров 30 еще пилить. В общем, езда, огонь. Можно себе позволить покататься. Жалко, конечно, вроде глубина нормальная, а рыбы нет. Ну ладно, что делать. Едем, таких ламбин много в Карелии, без названок. А теперь я выехал вот на такое огромное озеро. Ну как оно огромное? По сравнению с тем, что до этого было так. Огромное. Ни разу тут тоже не был. Все время как-то не получалось доехать до сюда. Сейчас попробуем тут вот камышек такой вот. Попробую сейчас тут лунку просверлить, тоже посидеть. Посмотрим. И выскочим вот там вот вырубка, где я вам косачей показывал, помните? Косачи сидят. Без ружья иду, охота закрыта. Сегодня 1 марта. Снега взлетели два штуки впереди снегохода. Сейчас так пройду, сейчас вот так пройдем. Сидят они в снегу. Сидят в снегу. Видите, зарывается как. Вот сидит. Серьезно. Два штуки из-под снега вылетело. О. Короче, корка сильная, поэтому очень медленно вылетает. Сейчас еще покажу. Очень сильная ко. Очень сильная ко. Очень сильная ко. Видите? Очень сильная корка. Покойник. Под, в кочках сидят. Вот сейчас вот сюда, туда подойдем. Очень сильная корка. Они еле-еле вылетают.
сколько, капец. Корка сильная, и это тяжело ему пробить обратно. Туда-то он зарылся, долго копался, а назад-то я тут его шугаю, так он, блин, кое-как. Че, еще кто будет, нет? Например, тут. Сидели, копали тут. Короче, двух штук я бы взял. Но мне охота закрыта. Все. Вот, кстати, тоже пробовал копать курку. Вот тут тоже. Ладно, поедем дальше. Вот, сейчас сюда выскочим и поедем следом своим уже. Вон мой след, кстати, вот я выпрыгивал, видно, на лед. Езда, конечно, блин, день световой, здоровый такой, просто вот, блин, гонял бы и гонял. Целый день бы ездил. Еще бы бензин бесплатный был. Столько всего узнаешь, нового, местность. Возможности всякие появляются такие вот за целый день. Много успеть. Ладно, сейчас сверлим лунку, не знаю тут какая глубина. Посверлю, попробую. Тут ни разу не рыбачил. Летом вроде как бы знакомые ездили, ловили что-то тут. Ну, посмотрим. Рыба тут точно есть, я вам точно говорю. Просверлил пару лунок. Ничего не дернуло, еду дальше. Задерживаться не буду, потому что надо ехать. Там избушку еще убрать, растопить, дров заготовить. Поэтому так все, бегом. Ну, вот тут просверлил. Вот там просверлил, ничего не дернуло. Дальше сверлить не стал. Тут, да, не знаю, вот камни торчат. Могу бур запороть, потом будет опа. Ну, вот такое вот озеро. Ну, зимой тут никто у нас рыбу не ловит, я вам могу точно сказать. Сюда никто не ездит почему-то на рыбалку. Наверное, может, не клюет. Ладно, едем дальше. Сейчас выскочу на вырубку, покажу, что там. Должны быть лоси на вырубке ходить. Ну, посмотрим сейчас, как, что. Покажу, может, вам лосей. Сейчас они беспомощные, вообще убежать не могут. В общем, сейчас посмотрим, может, кто попадется. Так поснимаю вам. Камеру на голову надену. Смотрите, дорогие друзья, видите, я вот косачей вам вытаптывал. Правда, там камера, конечно, блин, раком висела на голове, потому что шапка не та. Опять эта злосчастная шапка. Смотрите, росомаха ходила, видите, уже по следу. Она ходит, проверяет за человеком вот так вот. Объедки всякие там. Кто-то браконьерничает, она проверяет. Здесь, видите, ходит как. По лыжне сходила, сейчас посмотрите. Да я вам в прошлый раз тут косачей снимал, вот следы видны старые. Видите, она сходила по лыжне, проверила, что я тут делал. Каждый след проверила. И пошла дальше по следу по Бурановскому. Вот так вот. Такая вот животина ходит. Краснокнижная, между прочим. Жалко, что не волки. Сейчас бы волков можно было бы погонять. Хорошая езда. О, видите, как она идет? Вот этот след. След, видали какой? С мою руку. И она маленькая, она не валится вообще. Зимой ходит, не проваривается по глубокому снегу. Вот так вот. Смотрите, сколько следов водили. Вся дорога вытоптана еду. Старые, конечно, но все равно интересно. Покажу. We'll be right back.
Знаете, дорогие друзья, Росомаха метила территорию свою. Сейчас покажу. Уже, наверное, не первый раз она тут это все делает, потому что старых много. Но тут топором кто-то чесал. Но вот это вот она, смотрите, чесалась. О, смотрите, на какую высоту. О, когтями шкребла. Это росомаха. Вот она, прыг, прыг, прыг. Видите, она не проваливается почти. А я тут, блин, как этот, без уши. О, почесала ее. Вот так вот она. О, кстати, шерсть ее. Опа! О, росомаша шерсть, видно, черная. Вот так вот. Так что таежный вам не врет. Все как есть показываю. И вот по лыжне идет, легко идти ей. Вот она шурует по лыжне. Все нормально. Прет. Не мог не заснять. Сдалека увидел, думаю, что это такое тут с отверстием. Может, какая-нибудь конструкция, может, от самолета часть. В авиации такие вот используются отверстия для облегчения, усиления. Подъехал, это пенек такой вот торчит под снега. Красота. Смотрите, какая природа. Просто обалденное болото такие вот. Бескрайние. И набураним, пылим потихонечку. Все хорошо. Тьфу-тьфу. Сейчас будем перескакивать. Тут ламбины еще одни. Ну вот, дорогие друзья. Конечная точка моего маршрута. Хотя хрен его знает, может, завтра еще куда проскочу. У меня тут есть видео, вот я тут сижу возле камня, костер жгу, ссылочка сверху. В общем, сейчас мы будем тут ставить самоловки. Вот тут вот след, древний, но люди были когда-то. Рыбу ловили, наверное, так что мы сейчас тоже попробуем что-нибудь поймать. Дорогие друзья, что-то зацепилось такое неподъемное. Ой, блядь, попробую я вам показать, не знаю. Ой. Опять вот как всегда. Это рыбина. Штатив, блин, остался там. Экшн-камера села. Ох, как идет, как идет. Так. Дорогие друзья, извиняйте. Извиняйте за качество опять. Ох, что-то там. Идет, не знаю. Килограмм-то точно. Не знаю, что это. Не знаю. Вот так вот, блин, дорогие друзья. Смотрите, какой лапоть. Вот это класс. О, да, блин. Есть рыбочка тут. Таежный пахан, тебе привет. Василий, тебе тоже привет. Ну, зацепился без вариантов, то есть сойти бы он точно не сошел. Леска 0,10. Пальцы влазят, во, видите? Смотрите, какой лапоть. Килошник, наверное. А клевала вот такая вот килька, во. Ладно, давайте еще раз кидаю. Озеро интересное тут, конечно. Даже шапку снял свою. Так, сейчас я, блин, сделаю камеру. Хотел вам так заснять, но заснять-то получилось. Вот так вот вам, чтобы вы видели все. Попробуем. Самое обидное, что чуть не порвало, потому что катушка замерзла. Я на спуск назад успел. Сейчас я, подождите, сяду нормально. Я на спуск нажать успел, а она херак и не разматывается. Ну что, дорогие друзья, давайте еще раз попробуем. Не знаю, есть тут что или нет. Ну, это просто кабан. Это просто рекорд этой зимы у меня. Давайте-ка еще раз.
Именно ради таких моментов стоит ездить на рыбалку. Да, но если бы он посильнее рванул, я бы скинуть не успел леску. Ловил живцов, и тут херак такой кабан. Опа. Маленький окушок. Клюнул на опарыша. Просто на мормышку взял. Охренеть просто кабан. Ну не килограмм, наверное, дорогие друзья. Ну, наверное, грамм 900-800. Вот такой вот. Но я покайфовал. Классный окунь. Потом я вам кадры сделаю, покажу его во всей красе. Сейчас солнышко садится. Задача 10 самоловок поставить хотя бы. Ну это мелочь. Клюет так. И вот так же клювала мелочь. Потом бабах, блин. Удар такой. Я бах катушку на сброс, а она не крутится. Я пальцем по чуть-чуть так скинул. Пока тут с этой камерой бегал, наверное, стая ушла уже. Но хотелось вам поснимать. Ударил он, конечно, классно. Да, блин. Чуть-чуть бы оторвал нафиг все. Камера на голове ехала, экшен, замерзла. Вот такая вот милипиздрические такие вот окушки. Но есть и лапти. Димка Бакутов, тебе привет. Ты должен понимать, где это находится. Будешь смотреть. Это вот товарищ, с которым мы сюда как-то попали, и он вот кабана вытащил. Ну не знаю, там на кило 100, наверное. На кило, я не помню, такой окунь был. У меня оторвало, он поймал. Что-то пришло крупное. Ой. Сейчас я покажу вам окуня, пока не клюет. Вот такой вот кабан. О, смотрите какой. Вот эти вот, вот этот вот такой ушной, да? По сравнению с ним вообще не смотрится. Смотрите, какая тушка. Вот баночка с опарышами. Класс, да? Круть. Ладно, буду сверлить, самовки ставить. Догадайтесь, что? Самоловки в санках остались. Возле избушки, блин. Ладно, что? Сейчас попробую. Так, на блесну немножко тут похожу, посверлю. На завтра лунок насверлю. Бывает и так вот. Ладно, балбес. Он и в Африке балбес, как говорится. Дорогие друзья, вот как вы думаете, каков шанс
на донку со дна поднять вот медной проволоки кусок. Причем видно, что кто-то делал как будто поводок когда-то. Зацепился, я такой потащил, думал, веточка, блин, смотрю, кусок медной проволоки. Откуда тут люди, когда тут что? Вообще непонятно. Ну вот такой трофей. Охренеть просто. Первый раз такой у меня. Ладно, все. Лунок везде насверлил. Штук, наверное, 20 на завтра. Чтобы завтра были, раз я не взял. Раз я не взял самоловки. Блин, санок все выкидывал. Что-то мне показалось, что я их вложил в этот рюкзак. А они, оказывается, были в мешке. Ну, в общем, остались возле избушки. Так что вот такой вот сегодня трофей. Конечно, блин, это... Смотрите, какой. О, вот такой вот лапоть, видите? Охренеть просто, здоровый он какой. Такой вот кушок. Ладно. Поеду. Он как с этими смотрится, как будто это... Блин, вот этот как будто маленький рядом с ним. Вот это живцы, вот да, вот это живчики. Вот это вот такой уже более-менее окунь. Он как ребенок. Ладно, поеду в избушку. Будем топить печку с вами. Что-нибудь, может, приготовим, не знаю. Сегодня, не сегодня уху я буду готовить. Может быть, сегодня. От избушки до сюда ехать порядком. Поэтому, к сожалению, самоловки сегодня не получится поставить. Вот так вот. Так что едем в избу. Вот такой вот окунь, дорогие друзья. Во. Блин, так отходишь, так приходится снимать далеко. О, смотрите. Катается, зараза. Я пытаюсь, чтобы он не катался, положить. Он катается. Хочу вам тут красиво все это снять. Он, зараза, едет по капоту, поэтому. Ну вот, приехал я в избушку. Затопил печку. Сейчас разгорится, жду пока. Буду садиться, чай пить. О, разгорается, видите? Вот такая вот тут гирлянда у меня. Ну и вот аккумулятор. Такие вот тут нары. Рюкзак мой лежит. Топорик вот местный тут. Сейчас дровишек вот наколю. Сейчас я вам включу свет. О, дров наколю сейчас. Это мы таежным паханом пилили. Вот тут, оказывается, камень прям на избушку, на камне прям стоит. Я только сейчас заметил. Фига себе. Парни как-то, наверное, промахнулись, построили прям на камне. Ну вот такой вот бутерброд с салом, чай с бергамотом и с шиповником. Поэтому песня. Давайте, дорогие друзья, за приезд. За приезд. То, что удалось сюда доехать. Буду кушать. Вот так вот сижу, дорогие друзья. Печка топится, в избушке тепло. Покушал. Сейчас буду расстилаться, доложиться спать, высыпаться. Дома выспаться не позволяет интернет, не компьютер. Ложишься все время часа в 2, в 3. То видео делаешь, то смотришь видео на ютубе других людей. Охоту, рыбалку там и так далее.
А тут сейчас время 9 часов. Ни связи, ни интернета. Остается только спать. Поэтому можно выспаться вдоволь. Увидимся завтра, дорогие друзья. На установке самоловок, на рыбалке. Все вам покажу, все расскажу, как всегда. Так что всем спокойной ночи. Не, ну вот этот окунь, всем окунем окунь, конечно, блин. Я вот сейчас сижу такой, тут что-то, думаю, достать, почистить что ли его. Может, действительно уху сварить. С одного окушка вот такого. Смотрите, какой большой. О, блин. Ну да, он грамм, 800, наверное, такой. Не килограмм, но вот такой вот. Серьезный такой окунь. Это вот таежный пахан там хвастался, что он там окуней больших ловит. Во, на 0,10 лесочку, Пашка, такого вот вытащи. Я на тебя посмотрю. На мормышечку. Эх, класс. Будем надеяться, что завтра мне повезет. И кто-нибудь еще тут зацепится у меня. Вот так вот, дорогие друзья. Вот это рыбалка.